Не нужно заострять внимание на негативе. К этому сегодня призвали общественников на совещании по строительству дорог в администрации города. На него впервые пришел глава региона Игорь Васильев, но говорить только о плюсах не получилось. На данный момент, отчитались чиновники, ремонт в городе выполнен почти на 20% от общего плана. Но этого недостаточно. Подрядчики все еще отстают от графика. Тему продолжит Анастасия Шерстнева. До начала совещания церемония приветствия. Игорь Васильев, а за ним Валерий Владыкин и Александр Перескоков лично поздоровались с каждым участником встречи. После непродолжительных рукопожатий в РИО губернатора объявил, он сегодня здесь не в качестве главы региона, а в роли общественного контролера. Хотя и занял место не за столом с активистами, а с чиновниками. Качество, прежде всего, качество выполнения работ по этой программе является для нас приоритетом. Я, ну, совершенно, так сказать, не пошутил и не красно. На солнце ради. Я действительно являюсь членом группы по общественному контролю. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в городе должны отремонтировать 55 участков улиц. Правда, пока работы выполнены лишь на 20%. Зачастую мешает плохая погода, оправдываются подрядчики. Все-таки надо как-то, я не знаю, погоду ловить. Днем, ночью, в три смены выходить, если погода хорошая, соответственно. И увеличить также количество комплексов для укладки асфальтобетонной смеси. За ремонтом ведется ежедневный контроль, доложил Андрей Менькин. Правда, избежать минусов не удается. Например, верхний слой дорожного полотна на улице Мира подрядчику придется переложить, так как асфальт не прошел лабораторных испытаний. Пробы на экспертизу взяли и на участке Киров-Русская. Причиной послужило видео, где видно, что работы на объекте идут в дождь. К сожалению, погодные условия очень неблагоприятные, не позволяют развернуться в полной мере с выполнением работы. Как вы планируете наверстывать вот эти оставшиеся там ваши 50 дней? Если за 50 дней вы сделали всего 1 километр дороги, люди не верят, что дорога-то будет сделана. Но заострять внимание на минусах не нужно, заявил исполняющий обязанности министра транспорта области. Благодаря реализации программы в нашем регионе, нормативное состояние дорог за 2 года должно увеличиться до 50%. Сейчас эта цифра по городу достигает 15%, а это ниже общероссийских показателей. Есть негативный фон, который просит местные СМИ снимать, потому что на следующий год мы можем не принять участие в программе БКД, и качество дорог в городе останется на низком уровне. Поэтому иногда, когда вы гоните подрядчиков на дороге, а потом им же высказываете недовольство, что они делают в дождь, но здесь есть отчасти ваша, ну, как бы, тоже заслуга в этом. Здесь вопрос не какой-то там общественное мнение, а общественное мнение формирует именно исполнительная работа. То есть, если кто-то укладывает в дождь, допустим, будет резко негативно опускаться общественное мнение, и все заслуги позитивные, они будут уже в тени негатива. Чтобы на следующий год претензий к качеству работ было меньше, городские власти уже выделили больше 7,5 миллионов рублей на паспортизацию дорог. Сейчас же не хватает только помощи свыше. Вместе будем просить, боженьки, хорошей погоды, чтобы нам сделать хорошие дороги. Не нужно замыкаться в узкопрофессиональных вопросах. К этому призвали общественников на совещании. Людям, наоборот, нужно транслировать, что программа несет скорее положительные изменения для города. Например, Игорь Васильев предложил вывешивать плакаты рядом с ремонтными работами с информацией о реализации программы в нашем регионе. Анастасия Шерстнева, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Давича.